Кирове завершился фестиваль современных детских театров. Гости фестиваля, известные театроведы и режиссеры, провели для его участников несколько мастер-классов. На одном из них побывала наш корреспондент Милана Поварницына. Das Monster, der Troll, ist Monster-Troll, könnte auch die Troll-Mutter sein, mit Mama-Trolle, с косичками из грязи. Und wir haben die Prinzessin. Всего за несколько часов Клаудия Майер погрузила взрослых в мир, где правят безудержная фантазия и сказка. Шаг к сближению с миром детства сделали работники театра и педагоги. То есть, кто постоянно, как и Клаудия Майер, работает с молодежью. А как можно снова стать маленьким? Очень просто. Придумать себе роль и сыграть веселую игру. Речь идет о понимании. Очень часто взрослым легче делать какие-то упражнения, которые ближе и понятнее им. Дискуссии, разговоры. Но они часто забывают о способах работы с детьми, как они могут выразить свои эмоции. Эти игры – хороший пример. Это игры от 0 до 16 лет. В упражнениях участники мастер-класса примерили на себя образы 300-килограммового тролля, короля Дании и прекрасной принцессы. Они взяты из датского спектакля «Беовульф», который недавно показали в Кирове на фестивале «Новый театр для детей». Это старинная англосаксонская легенда о короле и уродливом тролле, которую рассказали актеры театра юным зрителям. Нам, в общем-то, показало это театральное действие глазами ребенка. То есть мы попытались оказаться на их месте и посмотреть их глазами на то, что происходит в театре, что происходит на сцене. Теперь учителя смогут подготовить детей к восприятию и пониманию театра, а также легче и быстрее найти с ними общий язык, привлечь детей к играм и театральному искусству. Ну и, конечно, Клаудия Майер научила их, как сделать театр подспорьем в педагогике. Например, чтобы дети лучше понимали друг друга. Для этого сами педагоги старались быть внимательными, учились слушать и воспринимать не только себя, а каждого человека. Зайчика. Прибила. Градины. Ужас. Vergessen einfach im Jetzt sein, то есть und jetzt überlegen, was sage ich jetzt später. Это упражнение показывает нам о том, что мы не всегда должны опираться на свои ожидания. То есть очень часто наши ожидания меняются, и мы должны быть готовыми к тому, что наши ожидания всегда найдут свое воплощение в реальности. На маленькой тесной площадке бушевали эмоции. Теплой атмосфере не мешали языковые преграды или менталитет. На экспериментальной площадке встретились театроведы, родители, педагоги с единственной целью – узнать новое о современном ребенке, открыть новый театр для детей. Мы все хотим заниматься театром, мы все хотим делать театр для детей. Именно это объединяет нас и сближает. Мы можем переосмыслить свои будни, свой подход к работе, и тогда, возвращаясь, мы начинаем работать по-новому. Клаудия Майер подарила свое вдохновение, которое она черпает из работы с детьми и молодежью, и дала тот инструмент, который вдохнет ветер перемен в современное театральное искусство. Милана Поварницына, Вячеслав Голиков, Вести, Кировская область.